о том, как вы можете проверить мнение пациентов о том или ином докторе. Потому что, разумеется, есть разные сервисы, где пациенты могут оставлять свои мнения также анонимно, но здесь исключена ситуация, что, например, конкурент написал о каком-то докторе плохие мнения. Почему? Ну, во-первых, потому что я сама тоже проверила данный сервис. Запишите, пожалуйста, yameda.de. Я потом напишу в комментариях, как именно спеллингуется этот сайт. Там собраны, ну, я не буду говорить, что все доктора, но очень много докторов из ведущих клиник, как крупных, так и небольших. И пациенты могут оставлять свое мнение, комментарии. Но для того, чтобы оставить там свое мнение, комментарии, нужно не только быть зарегистрированным, иметь немецкую сим-карту, именно зарегистрированную, то есть не туристическую, где непонятно, кому она принадлежит, а именную. Плюс к этому, если ваш отзыв слишком хороший или, наоборот, слишком негативный, то с вами могут связаться, это действительно происходит, и запросить какие-то медицинские материалы для подтверждения. То есть исключен вариант, что один человек может оставить, например, для одного доктора разные комментарии, или даже, если, например, вы очень довольны и захотите оставить очень положительный комментарий, с вами также, скорее всего, свяжутся и попросят подтвердить, действительно, что вы были пациентом документально. И такие сайты, такие источники, они очень информативны, потому что там вы можете найти доктора практически в любой области и почитать о нем отзывы пациентов, и действительно, это будет максимальный честный отзыв. yameda.de, я вам напишу. А также, если вы хотите, например, самостоятельно записаться к доктору, то есть сайт doctorlib.de, где вы можете самостоятельно выбрать город, доктора, дисциплину, на каком языке вы хотите, чтобы он разговаривал. Но единственное, здесь нужно быть очень аккуратным. Дело в том, что многие доктора, которые присутствуют в этой системе записи, они могут не брать новых пациентов или, например, не хотят работать с иностранными пациентами. И здесь, чтобы быть уверенным, что когда вы приедете, вас реально примут, лучше заранее связаться с этой клиникой, с этим доктором, с его секретариатом и все это подтвердить. Опять же, мы выполняем данную работу за наших клиентов. Если вы хотите получить нашу помощь или поддержку, пожалуйста, обращайтесь. Или, пожалуйста, делайте все сами. Это все возможно, если вы говорите на немецком или на английском языке хотя бы, то все это реально. И в этом случае, если вы организовываете вашу диагностику с нашей помощью или самостоятельно, начиная с обычных немецких клиник, Praxis, где, собственно, и проходят диагностику немцы, вы сэкономите в разы стоимость полученных медицинских услуг. Поэтому будьте здоровы. Обязательно обращайтесь, если вам нужна будет наша помощь. Я желаю вам в преддверии Нового года, чтобы наступающий Новый год принес много радости, позитивных эмоций, счастья и